Привет, меня зовут Роман. Сегодня я расскажу о разработанном нами виджете рассрочки. Виджет разрабатывается индивидуально под вас. При необходимости могут быть реализованы такие функции, как видимость виджета только с определенного статуса воронки, права доступа пользователей, различные отчеты и так далее. Мы рассмотрим версию, уже используемую в фитнес-клубе. Заходим в тестовую сделку. После активации виджета в панели и нажатия кнопки «Создать рассрочку» вводим сумму и срок рассрочки, а также количество платежей. Либо выбираем одно из заранее заданных для быстрого выбора значений. Значения добавляются в настройках. Виджет автоматически делит бюджет сделки на указанное количество платежей и устанавливает сроки последующих, которые при необходимости можно изменять. При нажатии на кнопку «Добавить платеж» добавляется следующий платеж. Сумма динамически делится на новое количество платежей и так далее с каждым новым нажатием кнопки. Кнопкой «Убрать платеж» платежи удаляются. Крайний платеж считается только автоматически. Сумма сделки минус все остальные искусственно установленные платежи, чтобы билась изначальная сумма сделки. Заполняем все поля, нажимаем на кнопку «Создать рассрочку», после чего создаются сделки в воронке «Рассрочка» на одном этапе «Задолженность» с автоматически поставленными задачами на даты платежей. Родительская сделка в воронке «Продажа» закрывается, ее бюджет изменяется на сумму первого платежа для сохранения аналитики, а к названию добавляется первый платеж. Названия дочерних сделок копируются у родительской из воронки продажи, плюс к каждой в названии добавляется порядковый номер платежа, второй платеж, третий и так далее, в зависимости от их количества. В данном случае текст автоматической задачи «Собрать деньги». Задача стоит на утро даты платежа. За дочерние сделки ответственным назначается ответственный за родительскую, задачи также ставятся на него. Для получения виджета оставляйте ваши заявки по контактам в описании видео.